МТС с вами связывается, оператор сотовой связи. А где вы находитесь? Ну, лично я сейчас нахожусь в Москве. А по какому адресу? Улица Вавилова, дом 19. А кто вы по должности? Назовите имя и фамилию. Волков Евгений Сергеевич, являюсь оператором младшим. Младший оператор. Это новый развод, что ли, получается? Через госуслуги? Да при чем здесь развод, я вас понять не могу. Мы оттуда вас запрашиваем ваши паспортные данные, чтобы у вас их не запрашивать. Ну правильно, вы зашли, мне пришел код. Я сейчас вам скажу, и вы зайдете на госуслуги, увидите все карты, все данные мои. Еще и квартиру продадите, и не одну, через госуслуги. Так, мы лишь хотели продлить вам договор по обслуживанию. Так скажите, у вас сегодня получится обратиться в салон сотовой связи?